wyrazy wołowe podawane w sosie własnym. To jest smaczne. Bardzo smaczne. To jest wołowina. Tak. A główne jest to... Nie? Nie. Nie? Это корова. Корова. То есть это телятина. Телятина или говядина. Маленькая коробка или большая? Очень большая. Большая. Значит, там всем хватит. Себя садовником. Только надо вот так стоять. Вот так. Скальпель. Так. Гена, не вот так скальпель. Пинцет, тампон. А что мы готовим? Зразы? Зразы. Зразы. Зараза. Маша, ты готовишь дома, Маша? Я нет. Нет, а кто готовит? Мне повезло с мужем. Я от этого избавлена. Нет, ну хотя бы яичницу так спас. Ну я один раз хотела удивить мужа. Решила приготовить ему яичницу, пока он спал. Он ее, конечно, съел, все, но сказал, чтобы я больше продукты не переводила больше. Я Илоне, ей было 10 лет, и она не знала, как делать чай. Я ее научила заваривать чай. Маска, я приехала к ней в гости, ну, может быть, во втором классе. Да, и я приехала к ней в гости, и нас родители оставили, и мы сидели, и такие, давай чайку попьем. Ну, я не знаю. Нет, это было неправдой. Можно еще, мне кажется, на какой-то голос посадить. Можно мясо? Канапе такой. Прикольно. Ты вообще классненький такой, да? Сильно, как лук-шот. Ставьте, что ли? Да? Не, вовсе. Да. Что так делать? Джеймс. Очень эротично. Маша, next. YouTube ждет. Все, Маш, будешь тебе готовить сразу. Да вообще, теперь как вот отструхиться от мужа. Ты не придешь, не скажешь тренировки. Я устала, я не умею готовить. Ваша крепче скручивай. Ой, браво! У тебя вываливается. Ты пятый. А у тебя пятый твой. Первый. Теперь. Все. Забыли. Чао-чао. Ой, она такая, она мокренькая, она такая. Влажненькая, да? Прелестно, просто прелестно. Какая красота. А что они вам напоминают, девочки? Откроем свой. Возьмите уже замуж.
Где же эти принцы-то? Принц, где ты? Можно побольше с вами? Маш, положи побольше, а? Да, разложи все. Что, нам спортсменка надо есть? Мы молодцы. Очень сбалансировано, супер. Кстати. Спортивное овощи, питание. Овощи, мясо, картошка вареная, нежирная, Все слышали? Все слышали?